Не герои комиксов, а герои в жизни. Чем запомнились тяжелые будни сотрудников уголовного розыска? Как минимум, героизмом и отвагой. Целых 102 года фундамент полиции борется с преступностью. Цифры не врут. Только за 2020 год в Приморье было раскрыто около 2500 краж, расследовано 68 дел о разбойных нападениях и почти 300 о грабежах. Мы отмечаем 102-ю годовщину со дня образования основополагающей службы в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы уголовного розыска. История данной службы написана не только потом, но и кровью. И в нашем Приморском крае история оперативников очень богата. К сожалению, в этой истории есть место и горю, и печали, и серьезным потерям. Но и также есть место серьезным победам, достижениям, восстановлению справедливости там, где, казалось бы, это невозможно. ОПГ не дремлют. Сыщики Приморья также раскрыли 24 преступления, совершенные в составе организованных групп. Как признаются сами сотрудники, залог успеха проделанной работы заключается в сохранении традиций. Именно поэтому памятная дата 5 октября – широко известный российский праздник для УМВД. В этот день я хочу пожелать крепкого здоровья нашим ветеранам. Желаю, чтобы вас никогда не постигло забвение. Вы всегда были востребованы. Основному коллективу, так сказать, костяку, наиболее опытным сотрудникам, я желаю никогда не потерять веры в то, что вы делаете. Вы делаете правую, настоящую мужскую работу. В этот день ветераны службы принимают поздравления и пересматривают любимые фильмы с профессиональной эстетикой. Среди самых известных в России место встречи «Изменить нельзя», где главную роль исполнил Владимир Высоцкий. Теперь горбатый! Я сказал горбатый! Образ Глеба Жеглова, героя популярного фильма, не только стал частью наследия советского кино, но и примером для подражания всех мальчишек периода СССР. Кого вы знаете вот, в русском кинематографе, известных борцов с преступностью? Ну, Глеб Жеглов и Володя Шарапов. Ловили. Ловили? Да. Хорошо ловили. Боролись с преступностью, конечно, хорошо ловили. Жеглов, Шарапов. Клевые ребята. Жеглов, да. Этот куча-куча в голове. Аверин, да? Да. Ну, кто там еще? Ну, я не знаю. Вот смотрю, я «Морские дьяволы» люблю. Ребята, прекрасный уголовный розыск. Мне все нравятся эти ребята, которые работают в этой сфере. Сильные. Кирилл Самойлов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. А может быть, с малайцем вы ушли? Ты, Шараф, померкуй чего-нибудь, потому что нам с тобой двоим целый месяц жрать что-то надо.